Короче, я вас категорически приветствую, друзья. Сейчас у меня неожиданно просто прервалась запись. Я записывал на несколько минут раньше. Но из-за одной не очень хорошей опции программы, на которую я записываю, а именно если сжать в правый верхний угол, нажать на него, то открывается рисовальная панель. То есть надо там что-то обвести. Обвести же такое, да, вещь полезная. Но не в этот, блин, момент, когда на меня нападает долбанный велоцираптор. А это случилось именно в этот момент. Ну и на самом деле всего лишь ушел от того места, на котором я был в прошлый раз. То есть где мне помог братан с автоматом. Он пристрелил динозаврика Динка. И сейчас мне надо вернуться на исходное место, откуда мы начинали нашу игру. А именно там, где мы встретили первого нашего динозавра. Так, я очень, не очень, конечно, помню, куда мне надо идти, чтобы выйти вообще из этого помещения. По-моему, мне надо на вентиляцию. Так, давай поднимайся. Да. Блин, как же мне все-таки вот иногда вот эти опции этой программы, они такие жесткие. Так, да, все правильно. Теперь мы идем, короче, вот туда. Нет, не сюда, а именно вот сюда, прямо до упора. Так, куда? Сюда? Да, сюда. Спускайся. Да, я хочу спуститься. Спайдермен, Спайдермен. Так. В прошлый раз мы... Блин, можно же было здесь выйти. Было же быстрее бы, наверное. Почему так жестко? Так. Ядрёно. Я, по-моему, так испугался, когда увидел тираннозавра, огроменную бошку тираннозавра. Jesus. Уйди. Убил? Да, раз музыка прекратилась, значит убил. Так, лучше бы тут сохраниться. И я так понимаю, у меня с жизнями не все в порядке, поэтому я употреблю аптечку. У меня же есть аптечка? Есть аптечка. Что такое рис? Химоста? Нет, давайте аптечку. А то, если идти, тут как можно заметить, если она ранена? Если она будет идти, то не раненый. От нее будут оставляться кровавые следы. Если нет, значит Регина жива и здорова, как огурчик. И, по-моему, сейчас слышал динозавра. Блин, я вот же знал, когда еще в первый раз шел по этому коридору, что тут будет динозавр. Выпрыгнет из этих окон. Как чувствовал. Как Леня из Чудополя говорил. Я как чувствовал, что ее тут нет. Вперед, так, правильно вернулись. Вот сюда нам надо. Довольно громко. Так. Да. Заходи. Так, что мы имеем тут? Мы, так, это у нас что? А, анестезия. Блин, я хочу эту анестезию совместить. Где она у меня тут? Микс. Нет. Ну-ка, если дротики смиксовать. Что это такое? No. Нет. Не буду зря тратить аптечку, поэтому бежим дальше. О, лесенка. Так, тут надо сохраниться. И вперед из песни. Тик-тик-тик-тик. Так, опять генератор. Так, давайте сначала в эту дверь. Нет, дверь закрыта. Так, это можно прочитать? Можно, но бесполезно. Блин, только не говорите, что мне сейчас опять придется. А, блин, я не помню, какая там комбинация была. По-моему... Блин. Вот не помню. Сейчас, подождите минутку, я посмотрю быстренько по записям. Короче, красный, синий, зеленый, белый. Вот, я посмотрел. Красный, синий, зеленый, белый. Да-да-да, я знаю. Так.
А где красный? Короче, я не знаю, где красный. Красный, синий, зеленый, белый. Зеленый, блин, белый надо переместить на последнее место. Так. В центре надо. Отлично. Красный, синий, зеленый, белый. Так. Дальше нужен зеленый. Ага. И последняя кнопка это левая. Я вот не уверен, где красная кнопка. Ну чё, как? Красной нету. В смысле, ничего не произошло? Тут нету кнопки, алло. Что за фигня? Jesus. А что тут должно быть? Тут нету красной кнопки. А вы от меня чего-то требуете. Блин, такое чувство, что этот шкаф можно подвинуть. Да, можно подвинуть. Я надеюсь, я его двигаю в правильную сторону. Что это так? Это ключик. Так, тут у нас что? Красная кнопка! Вот реально хр... От души. От души, брат, в душу. Так, спасибо. Дай бог здоровья, кстати, сохранится. Вперед. Так. Итам. О. Все, другое дело. Так, красный, синий, зеленый, белый. Красный, синий, зеленый, белый. Все, можно работать с кнопками. Нет, сюда мне работать не надо. Так, красный, синий, зеленый, белый. Ну, пошли двигаться. Так. Блин, можешь побыстрее буквы? Алло. Просто я как бы не хочу ускорять при помощи крестика. Потому что могу случайно нажать на кнопку. И все. Вся схема испортится. Так, осталось только вот эти последние, и все. А именно справа. А, нет, было правильно. Алло, что-то я тупанул. Так, красный, синий, зеленый, белый. Все нормально. Хорошо. Иди. Да, хочу нажать. Красный, синий, зеленый, белый. Да, правильно. Все, еще один реактор включен. Генератор, точнее. Кто звонит? Это программа «Кто хочет стать миллионером?» Погромче. Так, минуточку. Где нахожусь я? Я нахожусь здесь. Так. Честно, я не знаю, куда мне идти. По-моему, мне надо вернуться к братану, который сидит за компами, который там в косынку играет. Давай-ка. Вперед из песни. Так, еще закрыто. Да, поход закрытый. Я не помню, там не увидел, там написано с другой стороны. Так. Вперед. Так, братан, братан. Так, чтобы попасть к братану, надо сначала пройти в самую дальнюю дверь, потом залезть по вентиляции. Все, вспомнил. А, вот сюда. Спайдермен, Спайдермен.
Вперед. Блин, зря повернулся. Так, по-моему, чтобы попасть к братану, надо сначала... Вот сюда надо спуститься. Не туда, а сюда. Ага. Поехали. Блин, как же я люблю квестовые игры, но я их люблю еще больше, если они на русском языке. Если мне понятен сюжет, если мне понятно, куда мне идти, если мне понятно, что принести, если мне понятно, что я беру. Вот мне в этом плане нравилась игра Alone in the Dark. Да, на ней, может быть, на ней был плохой русский язык, там, с ошибками, там, даже порой, даже с лексическими ошибками, речевыми. Но там был русский язык, и я чуть, ну, хоть как-то, но я понимал, о чем там говорится. Я знал, что я приношу, хоть там и были слова там непонятные, там, я не помню, там, лютый был перевод, ну, вообще на первой PlayStation не было нормальных переводов. Переводили так. Кое-как. Авось поймут. И мы хоть как-то, но понимали. Здорово, братан. Чё там, выиграл? Сложил комбинацию? Здоровые братаны, вы мои два любимых братана. Я не удивлюсь, если этот нигер погибнет. В фильмах нигеры всегда погибают. Вот все игры, фильмы, которые вспоминаю, например, «Хищник», вот фильм «Хищник», там нигер погиб. Хотя, ну, практически, по-моему, там всем погибли, кроме Шварценеггера и тёлки. Нигер, ты куда? Ты не закончил играть, алло. Че вы от меня хотите? Что ты хочешь сделать? Выбери идею и поверь в нее. Так, идея Гейла. Гейл это который с автоматом. Так, ввести, короче, что-то, чтобы найти доктора Кирка. Идея Рика. Так, ну давайте подумаем. Вообще, Гейл, он, короче, нас типа спас, он такой крутой мужик. Я думаю, если бы не он, то нас бы давно уже сожрали. И у нас не было половины бочины, как у того пацана из второй серии, бедного. А Рик, он, короче, нам, короче, даст поиграть в компьютер. Вот что лучше, спасенная жизнь или дать поиграть в компьютер? Нет, ребят, конечно, ну, как бы сказать. Если мы сейчас по юмору судили, то, естественно, мы бы выбрали идею Рика. Но так вообще я бы Гейла выбрал. Так. Идею-то я выбрал, что делать не знаю. Так. Короче, друзья, я сейчас там почитал, конечно. И еще раз, минуточку, надо пойти за зарядкой. Короче. Я сейчас почитал... Ну, выбор либо за Риком, либо за Гейлом. Вообще, лучше выбирали Рика. Поэтому я загружу сохранение и пойду лучше за Риком. 2015, мне нужно 31. 2014, 20. Блин. Фиговый, вам так скажу, потому что я не сохранялся давным-давно. Ладно, что поделать, придется идти за Гейлом. Гейл, по-моему, находится, я не помню точно где. По-моему, блин, не помню, куда пошел Гейл. Давай сюда, по-моему, сюда что ли пошел. Гейл, алло, ты где?
Блин, вот это фигово. Надо было, конечно, Рика выбрать. Понимаете, просто если бы мы выбрали Рика, то как бы сюжет развивался дальше поинтересней. У Гейла у него сюжет сложнее. А, закрыто. Ясно. Короче, я решил сделать так. Я сейчас загружу сохранение. Так, я же кнопку взял, да? Получается, надо сейчас ее будет вставить, эту кнопку. Да, я знаю, знаю. Давай быстрей. Давай, да ё-моё, я приостановлю запись и потом вернусь, когда у меня будет уже выбор. Так, дошел вроде. Ну, сохранится, естественно. Сохранить. Отлично. Так. Рик. Так, куда мне тут надо? Я, получается, нахожусь здесь, чтобы мне выйти туда. Короче, как тут надо пройти? Можно пойти длинными путями, но, по-моему, можно тут пролезть через вентиляцию, если я правильно знаю. По-моему. Так, пошли. Так, вперед. Сначала сюда. Блин, музыка какая-то странная. Какая-то смесь джаза и какого-то хоррор-трека такого. Блин, и гармошка играет еще. Это уже какая-то свадебная музыка. Гармошка, там еще другие инструменты. Так, вот сюда, по-моему. Потому что мне, если честно, просто влом. Ходить длинными путями, мне кажется, легче обойти при помощи этих самых вентиляций. Так, где это сейчас? Не хотел идти длинными путями. Молодец, но все равно я ими пошел. Так, стоп, куда мне надо идти еще раз? Это получается, я сейчас нахожусь здесь. Так, ну давайте пойдем, я не знаю, сюда, наверное. Так, не сюда точно. Так, что у нас по этим дверям? Так. Где это я? Блин, это я вообще не туда пошел. Как же трудно разбираться в этих картах. Мне вообще с чтением карт. Со чтением карт очень плохо. Так, где это я? Блин, показывали бы они вот нормальному именно, то есть показывали бы стрелочку, потому что я реально не знаю, как это воспринимать. Так. Отключи. А я вообще тут был? ID-карта? У меня нет разве? Нет, нет. Ясно. Ясно, понятно. Давай сюда. Туалет. Нет, в туалете мы явно не были. Блин, я помню, в Silent Hill играл, в туалете было самое сыкотное место. Туалет — это вообще самое сыкотное место. О, вентиляция! Хорошо. Так, для чего-то этот туалет нужен? Неужели только для перемещения? А вдруг там труп в туалете сидит? Так, поехали. Ну, будем надеяться, что там будет переход Бринка на вентиляцию другую. Так, где это я? Угу. Вот это уже неплохо. Это я бы даже сказал, очень неплохо. Что это такое? Нет, это ничего. Да куда ж ты бежишь? Так, сохранится. То мало ли что сейчас будет. Вот здесь. Ага. Прыгай. Ну не прыгай, спускайся. Хотя, ты же у нас этот типа агент. Поэтому ты вообще должна хорошо прыгать. Опять гармошка, да вы задолбались со своей гармошкой. Так я ж тут был. По-моему, для меня ничего... А, ну в принципе тут понятно.
получается. Ну-ка, просто хочу сравнить с картой. Да. Получается, вот он ход сюда. Угу, ясно. Нет, в другую сторону. Не туда. Да ядрёна вошь. Вот сюда давай. Вот так, теперь сюда. Так, у меня тут на выбор две двери. Сначала это, потом это. Сейчас посмотрю выход, куда он меня приведет. Так. Ага, не та дверь. Все ясно, все. Все понятно, друзья. Вот все вообще вот так вот хорошо. Кажется, я научился с этим. Кажется, я научился читать карты. Оп. Сходи. Так, получается, тут надо пройти сейчас через офис. Там же можно пройти через офис? Всяко ж можно. Да, можно. Так, теперь сюда. И ладно, ладно. Мэп. Так, получается, тут у нас находится вентиляция, там у нас вход. Все. Теперь все ясно. Идем, короче, на... А, надо, короче, вообще выйти из этого помещения. Вот как мы вошли, так просто... Так сказали бы сразу, что типа... Вали назад, типа ты нахера сюда пришел, уходи, все такое. Я же правильно вышел? Да, все правильно. Так. Собственно говоря. По-моему, нам надо вообще выйти вот сюда. Так, тут сохранится. Ясен пень, сохраниться надо. Ясен шкаф. На задний двор. О! Здорово, нига. Нига, 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 нига. Так. Ты где? Зачем мне показали этот маленький ролик? Сюда, что ли? Не помню, по-моему, тут было закрыто в прошлый раз. В прошлый раз тут было закрыто. Это я помню. Так. Слушайте, да давайте попробуем дробовичок. Что-то я его не пробовал вообще ни разу. А где мое оружие? А, стоп. Подожди, подождите, ребята, ребят, подождите, ну пожалуйста. Вот у меня есть шотган. Слэг буллетс. Вообще хорошо. Глянь, завалил. А, нет, не завалил. Ребят, вы меня так просто не проведете. Так, теперь можно взять и пистолет. Так, и второго давай. Завалил? Завалил. Так, сохранить. Ох, вот мы вообще ни жизни не потеряли. Вы какие-то вообще стали тряпочные. Никудышные вы стали. Помню, вы раньше на меня просто напрыгивали еще с 3 метров от меня. А сейчас просто такие смотрят. И все. Стареете, ребят. Так, куда нам? О, что-то можно взять. И тут можно что-то взять. Что это? О, патроны. Так. Всяко ж можно что-то смиксовать. Вот 100 пудов можно. Так, микс. Не знаю, что это, к чему это приведет. Я не знаю, что я сделал. Но мне нужны патроны для дробовика. Вперед. Так, тут у нас что? Вот только не говорите, что анестезия. Вот всяко, что анестезия лежит. А, нет. О, аптечка. И как раз свою потерял. Так, надо было сохраниться. Не, я сохранился, сохранился. Сохранился я. Птеродактиль? Да.
Знал я, что будет птеродактиль, знал я. Не может игра состоять только из велоцирапторов и... Тебе случайно не больно было? Отпусти меня, сволочь! Отпусти, отпусти, сволочь! Блин, ее столько раз шмякнули уже за игру. Пистолеты не бери. Ну, глянь, даже показано, где он лежит. Да ладно! Стоп. Надо его взять. Да не шотган. Блин, не успел. Попал? Попал? Блин, это нереально. Так что я лучше... Стоп. Вроде бы с нее пока красные капли не капают. О, промазала. Я говорю, в него стрелять, мне кажется, это невыгодно. Мне кажется, легче просто убежать. Вперед. Так, куда нам? Сюда? А куда мне идти-то? Алло, Нигер, ты где? Пипец, куда мне идти? Мне кажется, Регина скоро помрет с такими темпами. Так, сюда? Вроде сюда. Или я отсюда вышел? Вот только не говорите, что я отсюда вышел. Нет? Здорово, Нигер! Какой-то ученый. Только не говори, что это доктор Кирк. Нет, это не Кирк. А, это Том. Это, короче, был у них еще один братан. Их было, походу, 4 братана. Первый братан это Нигер, второй братан это братан с автоматом. Третий братан, братан, которого сожрали в начале игры. И это четвертый братан-шпион. О, еще один диск. Диск L. О, еще один диск лежит. Прямо полно дисков. Так, сохранюсь. И, пожалуй, закончу на этом серию. Вот такая вот у нас серия получилась экстремальная. Нашу героиню несколько раз шмякнули. Вот прямо так вот смачно шмякнули. Я хочу понять просто кое-что. От нее кровь капает. Нет, она вообще стальная. Ее раз 20 об стенку шмякнули. А ей похрен. Так что, подписывайся на канал, ставь лайк, дизлайк, напиши комментарий, расскажи друзьям. И я с вами категорически прощаюсь. Все, всем пока. Пока.